поехал на работу. Чао. Маша, где дома? Дома они еще. Маргарита учится кататься. Ты тоже? Не могу я. Чао. Всем привет. Все, всем пока, а не привет. Всем пока. Как это называется? Вейспорт. Надо вот так. Рейборд. Вейспорт. А. Все, пока. А вот эти можно снимать, да, вспомогательные? Да. Я потом сниму. Потом снимешь, когда научишься? Я уже научилась. Да? Does he have kids? Мне жарко. Давай, опоздаешь на работу. Ну-ка, покажи, как ты катаешься. Странно. Угу, так. У нас сегодня тепло. Погодка такая хорошая. Но в шапке. Панамку надевай уже, Ксюша, а не шапку. Панамка не. Вон она плывет. Не устаешь так? Мне кажется, так быстро устаешь. Особенно наверх подниматься. На скейтборде вот так. Уже так. Мне кажется, так быстро устаешь. Смотри, можно вот так. Опа! Она упала. За машину заехал. Ты не тяжелая, не сможешь. Ты же легкая, она тяжелее тебя. Я могу. Ты сейчас наверх подлетишь и все. Один раз. Сам. Все, сади. Маргарита, сади. Страшно? Да. Ксюша решила открутить колесики эти. Давай я помогу. Сил не хватает? Да. Давай. Все, открутили. Ну так ей сложнее будет. Она же не умеет. Умеет она. А где стоял чемоданчик? На место убирай. Но... Давай, давай, убирай на место. Ишь какая. Сейчас я буду собираться на черлидинг. Это четыре. Не знаю. Так, просто черные леггинсы. Тебе нужно перебрать опять все полки и много чего найдешь, мне кажется. Давай, дай. Маргарита, она все съела почти, нужно еще насыпать. Не, я лучше И во сколько вы придете? Как это ты не знаешь? 5-4 А мы сейчас с Ксюшей будем убирать. Да? Мам, мне тоже надо черлидинг. Да. Да. Давай сейчас тебя отпущу. Влетишь в стену. Я чуть не встала. И помоги ее. Песочницу надо убрать, потому что мы песочницу с собой не будем забирать. Нужно песок убрать весь туда. А как мы, куда мы уберем этот песок? Куда мы его выбросим? Нет, что? А может быть... Может быть, в ту песочницу насыпать? Посидим немножечко на солнышке, позагораем, погреемся. Так, завтра мы, скорее всего, поедем с папой в этот в магазин. Какой? С хомяком. А, хомяка, мама. Точно, хомяк, я забыла. Завтра же четверг? У нас же нет в этой. Перегородки? Да. Нужно сделать. Нужно придумать перегородку, точно, хомяк. Хомяк, уже четверг, нам же сказали... Они с четверга будут хомяков продавать. Молодец. Там собачка вышла. Бонни, где собачка? Бонни, собачка? Собачка. Давай. Моё. Почти. Чуть к соседям не улетела тарелка. И опа-на! Ловите. Я в последнее время стала очень часто пить молоко с семенами чиа. Будешь? Я еще сюда и варенье добавляю немножко, чтобы сладенько было. Попробуй, вкусно. Омега-3. Белки, омега-3 и много всего. А я могу сама так, просто так белки кушать. Да?
Да, беру так. И все. Ну, бери его и кушай. Нет. Так, я хочу сделать... Приготовить в духовке куриную, ой, то есть куриную свинину, грудку индейки с картошкой. Грудку-то сися. Угу. Еще нужно сливки достать. И картошку. Будешь чистить картошку сейчас. Иди сюда! Иди сюда, я говорю, картошку чистить. Духовка! Макс, помогай, давай, помогай, быстрее. Давай, давай, помогай. Помогай духовку. Картошку. Я душ сейчас включу, будешь мыться. Окей. Okay. Давай, включай. Иди сюда. Так, не получишь скейтборд. Быстро картошку чистить. Не, знаешь, как мы сделаем? Мы сварим картошку в мундире. То есть, да. То есть со шкуркой сварим, а потом всем уже привет, почистим. Всем привет, смотрите, он кушает очень конфеты. Чего? Он кушал очень конфеты. Он кушал очень конфеты? Да. Очень много, надо говорить. Чего ты берешь? Я тебе говорю, кастрюлю доставай. Она вообще непонятно, что делает. Заблудилась? Вот это? Да. Нет, большую. Ага. Смотри. Да, вот эту. Ну, книгу кто-нибудь будет доедать или нет? Я нет. Так, картошечку мы сейчас поставим. Варится. Будет у нас вариться. Наверное, хватит? Сейчас мы нальем водичку. Включи плиту. Чья? Так, все, крышечку накрываем. Нет, пока нужно поставить на девятку, чтобы она быстро закипела, а потом убавить. Колесики розовые. Ну, потом там у тебя уже целая коллекция, и скейтборд, и пенниборд, и лангборд. Вот. Что, вот этот? Ну, есть тоже другой. Это похоже как другой, ну вот, угу. Если эти цвета, но есть а другой. А зеленого нет? Нет. Угу. Есть тоже другой, я видела. О, с обезьянками. Угу. Ксюша хочет скейтборд. Почистили картошку? Я три. Нет, ты две почистила. Нет, я три. Две большие, одну маленькую. Ксюша три почистила, и все остальное я. Сейчас буду нарезать, кладывать. Сейчас будем оперировать. Кого? Тебя. Не надо. Мозги в тебя возьмем. Нет. Не больно. Нет. Не больно? Так, все, закончила я выкладывать. В общем, там грудка внутри. Посерединке картошечка со специями. Теперь мне нужно установить. Вот это мы убираем. Эксперимент. Маргоша вернулась. Как дела? Эксперимент, смотри, сделаем сейчас. Давай. Если не получится, я буду... Раз, два, три. Ух ты! Маргоша, так быстро. Смотри. Смотри. Просто вот с этими буквы очень красиво. Так, давай пускай. Раз, два, три. Круто! Ты очень красиво. Где Каролина? А что ты спряталась? А? Ну-ка вылази давай отсюда. ЧП у нас тут произошло. Ну все, шишечка сдулась немножко. Вон шишак какой. Каролина кинула в него шар. Там такой шар, как камень тяжелый, непонятно, из чего он сделан. Вот, вот этот вот стеклянный. Или я не знаю, он пластиковый или стеклянный. Ну, в общем, нет, он не пластиковый. Ну, стеклянный похож на стеклянный. Вот этим вот залепила. Где вот там? Держи. Вот тут. Ты мой маленький, вот какой. Шишечела какая. Синяк будет конкретный. Ручки помыли. Сейчас я выброшу этот шар. Выброси, нечего с ним играть, что покалечите друг друга. Картошка и курочка готова. Вот что получилось. Вкусняшка, будем кушать? Жарим. Вот туда мы били маму. Опоздали. Опоздали, опоздали, опоздали. Надо было ее за шкирку и домой. Я говорю, я уже под... Смотри. Поздно придем, она тут.
Я уже сижу голодная, кушать хочу, уже на стол накрыла. Я не хочу кушать одна. Я хочу уже кушать. Давайте садимся. Руки моем. Ты краснющая просто. Я там задохнулась. У нас тут Макс приходит с Каролиной, Макс плачет. Что такое случилось? У него шишка вот такая вот на лбу огроменная. Не смешно. Вот этим мячиком стеклянным, который они играли, она ему залепила прямо по голове. А что это стоит? Вот такая вот шишка огроменная. Карту нормально. Он, может быть, попросил, чтобы ты ему кинула этот шарик, но не в голову. Я не знаю, где кидать. Так нужно потихонечку кидать, а не вот так со всей силы. Ты что? А когда мы туда шли... Видишь, когда она смеется, всегда, когда у кого-то что-то есть. Ну так у нее что-то будет, тоже смейся. Маргарита, мне чтобы его пожалеть, она смеется над ним. Пожалей его. Руф, Марку. Я попробую сейчас сделать бабу-ти. Не знаю, если вы знаете, что это. Я думаю, мы это уже пробовали. Мы снимали, когда мы пробовали. Сейчас я это пытаюсь сделать дома. Теперь делаю такие шарики и кидаю водичку. Я это просто нашла в ТикТоке. И хотела попробовать. Я снимаю это вот так. Вот. Немножечко странно выглядят. Не посмотрите, моя бабушка. Это мне теперь все нужно вытирать, выбирать. Я делаю чай. Моя на перец, дочь. И потом вот ты туда засунешь в водичку. Зачем сейчас вареньем? Чай. Ну, из теста? Ты варила? Но они же не так делаются. Кто тебя научил? Бабл-ти и бабл, они не с этого делаются, не с теста. Мы пока не нашли, чем нам перегородить нашу клетку. А завтра уже четверг. Что делать будем? А, Ксюнь? А? Чем перегородить нам? Перегородить. Тут она все насыпает себе, насыпает. Засыпает свои эти. Зачем она их засыпает, свои кормушки? Как она потом этот корм достает? Осторожно, Макс. Она мне какова. Фу, смотри, мам. Вот тут. Ты почему падаешь? А? Вот так вот. Кики, у тебя скоро друг появится. Боня! Так, многие спрашивали, почему мы хотим разделить этот аквариум и почему мы не хотим вместе посадить хомячков. Если мы купим девочку... Кики у нас тоже девочка, они могут подраться. И могут подраться очень серьезно. Поэтому этого делать нельзя. А если мы купим мальчика и подселим их вместе, то у них могут быть детки. А деток они приносят очень много. И потом у мамы могут дети быть со своими детками. Ну, в общем, нам сказали, что там от 50 до 100 штук может быть. А нам это абсолютно не нужно. Поэтому мы хотим разделить. Да, они будут жить отдельно. Вот. Хомячки могут жить по одному. Макс, не надо, она боится. Она идет. Она все, она спряталась. Хомячки такие животные, что они, в принципе, они в одиночестве могут жить. Это не как кролики, например. Кролики обязательно нужно покупать их в паре. Поэтому не обязательно к ней кого-то подсаживать, иначе это закончится очень плохо. Кто-то кого-то погрызет. Кики, тем более, у нас уже старенькая, ей уже 3 года. Мы принесем одного молоденького. Поэтому рисковать мы не будем. Мы их лучше по отдельности будем держать. В принципе, вот такая вот у нас чашечка для еды есть. Не обязательно брать. У нас одна есть, вот она пустая лежит. И поилочку нужно взять. Да? Иди сюда. Кики. Выключаем. Я не знаю, это Макс взял. Это для второго хомячка. Вон кокосики у нас тут лежат. Ой, тут бревнышко даже есть одно. Все, спокойной ночи. Ты всегда включаешь, ты хоть потом... Она сама выключается. Она сама выключается. Понятно. Ну все, давай. Спокойной ночи. Всем пока. До завтра.